Всем привет, ребятушки, доброчка, дорога не дворишь, я приветствую на канале Гонплей. Призрак Цусимы на острове Ики с новым одеянием для коня. И что-то тут я кого-то увидел. А, опять Гон, Тенгу, смерть идет. Да. Ой, этого не избежать. Да. Мутит, крутит меня тут по-жесткому, конечно. Так, я хотел сегодня, ребятки, пройти мутные воды. 380, точнее сказать. До него. Сейчас метров. Сейчас поскачем. Так, лагерь мы спасли. Да, да. Все хорошо, все хорошо. Так. Блин, тут какой-то дом. Какой-то дом. Ага. И? Что за строение? Что тут такое? Все разбросано. А зайти-то внутрь я могу? Я до сих пор слышу его голос. Кого его? Привет. Все хорошо? Ты когда-нибудь слыхал о Гёдзёне, слепом сказителе легенд? Я о нем слышал, но мы не знакомы. Его истории поражают. Но его голос, он из иного мира. Ты знаешь повесть о огненных духах Ярикавы? Я сбежал, не дослушав. Но я должна знать, чем все закончилось. Эту я не слышал. Но сказания Гёдзёна помогают пережить войну. Я его найду и узнаю. Все закончилось. Если не затруднит. Другим приходится куда хуже. Ага, подписался я на подсчёта, да? Так, ладно. Я думал, что я здесь делаю? Зачем сюда пошел? Так. Ну, я как-то странно, я... Ничего не появилось по карте, вот в чем прикол. Как-то даже удивительно. Обычно что-то появляется, раз обещание как будто, что я должен что-то сделать. Ну, в принципе, ладно. Если что, запомним, что тут какой-то домик был, да? Туда потом вернемся. Так, тут... А тут что, вниз надо? Походу, да, там он трупак какой-то лежит. Беги сколько хочешь, но знай, твой разум искалечен. Что это, сон или явы? Ты уже сам и не знаешь. Да, ты меня плотненько зафигарила, тетечка. Плотненько. Так, где спуститься? Придется коня запрягать. Раз я тут так просто так не могу спуститься. Ага. Еще и тут просто так. Ух ты, что я нашел зато, ребятки. Что я нашел? Знамя клана Сакай. Пятое. Отлично, мне еще нужно одно. Да, еще одно, и я могу краску поменять. Красочку у доспехов. Так, тут что-то птичка где-то еще свистит. Ну ладно. Предполагаю, что тут что-то где-то рядом есть. Ну, успеем еще тут побывать. Вон она, птичка. Так, чок, лошадка ты моя. Корабль горит. Было сражение, надо посмотреть. Лошадка моя не доплывет, это точно. В таких доспехах она утонет. Опаньки. А я вот нет. А я не утону. Хотя тоже обломки корабля. Пиги, пиги. Ага, пиги одна убежала. Что-то ела пиги тут. Человека, наверное. Ага, монголы тут вроде даже. Пахнет черным порохом. Монголов. Ага. Или это не монголы? Фиг поймешь. Так.
Нам куда-то сюда показывают. Вон корабль монголов, я вижу. Здесь был штурвал. Ага, хорошо, штурвал. А вот и дядька, который нам... Кто-то выжил, нам все расскажет. Сюда. Мне уже недолго. Кто это сделал? Монголы? Нет. Наши. Предатели. Яманеко с его шайкой сговорились с монголами. Взяли у них хвачку. Кто они? Где искать эту банду? Суги. Она подскажет. Деревня на юге. Красная шляпа. Скажи ей, что они близко. О, блин. Что-то тут интересно произошло. Вон они стреляют. Мутные воды. Так а где их искать? Вон плыви туда, да и все. Такое интересно, где-то их искать. Даже я вижу, где их искать. Я слышу их хвачки. Беги! А епонапо! Яманеко Ичи. Икинокури о коросуки да. Есть один готов. Ага. Ух ты, попал. И я попал. Ай! Да их тут много. Задолбал, красиво я его вальну. О, есть. На холодец этого. Отлично. Так. Куда мне валить-то? Окей, Google, свалили. Предатель тебе в спину. И тебе тоже. Гори, гори, ясно, я его подставил. Не того подставил. Есть. Готов, подлюга. Так, и... И куда мне? Куда бежать-то? Ах, твою ж налево. Там и суги. О, да я не туда скачу. Не туда скакал я. Надо было в другое место. Ну ладно. Теперь что уже сделаешь? Ничего не изменишь. Зато ребят тут порезал по пути. Все равно тут недалеко. Так, хорошо. Идем, идем, идем. Спасать. Спасать от этой хвачки. Ну, это крутая штука. Я в нее, из нее стрелял несколько раз. Она вообще мощно валит всех. Так, где-то справа. А, спряталась. Ну, бывает. Так, ты уйди, пожалуйста. Ты мне мешаешь. Сору. Хопа. Отлично. Ух ты. Тренировочная площадка. Ага. Так я же тут не тренировочную площадку-то ищу. Ну... Косяк. Есть.
сказал хватит. Дзин Сакай сказал хватит. Так. Где девушка-то? А, я все-таки не туда пришел. Етрить колотить, смотрите, что. Она в другом месте. А почему это мне появилось? Ну, короче, я невнимателен был. Ладно, хорошо. Хорошо, тогда тренировочную площадку сделаем. Ух ты. Почти, почти. Ну, тяжело. Слушайте, тяжелая комбинация. Вообще тяжелая. Так, придется попотеть. Так, не успел. Бум, барабум. Тут торопиться не надо, можно спокойно, ребят, делать и все. Есть, еще добавили, отлично. Чук, есть. Чуть-чуть, да, чуть-чуть не торопиться, и все будет хорошо. Так, значит, нам вот туда надо теперь. Блин, а почему я туда-то поскакал? Вот сюда нам нужно, ё-моё. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Так. Мы сюда будем, можем быстренько переместиться. Так. И теперь уже сюда. Ну, говорил же на юге, а я на север поскакал. О, совсем ку-ку. Ладно. Сейчас сделаем. Так, нам куда? Да, сюда, все правильно. Тут недалеко, 120 метров. Она на возвышенности, что ли, где-то там? Только единственный вопрос. Облачный лес, ага, где-то рядом тут, да. Почти на месте! У-ху. Да, Сору стало мне потяжелее. Все-таки облачение делает его тяжелее. Пристанище воров. Ага, нашел новый лагерь. Вот и деревня. Хм, надо поспрашивать людей об этой суге, красной шляпе. Давай поспрашиваем. Всюду дым. Он погиб. Не за меня. Твой отец пал в битве, защищая сына. Погиб как воин. Это большая честь. Теперь ты примешь его наследие. Гордишься ли ты мной, отец? Вряд ли. Так. Он же был злой, а ты добрый. Ты ж добрый, ты хороший. Так. Так. Ага, ты тут трупы. Все сгорело к чертовой матери. На нахвачкой стреляли. Болтать так. О, ты хочешь поговорить? Заблудились? Да. Нет. Я еще одну женщину в красной шляпе. Зовут Суги. Тут рядом живут муж с женой. Мужа звать Сэмпэ. Жену не знаю. Спасибо. Отлично. Рядом живут тут. Ух ты. Заперто. Еще теплый. Здесь кто-то живет. Кто меня ищет? Да ты грозная тетка. Суги, не бойся. Я Дзин. Меня попросили тебя предупредить. Корабль, с которого стреляли, принадлежит некому Яманеко. Поможешь его их остановить? Они знают, где я. Значит, можем уйдем? Уйдем? Нет, нет. Мы ничего не знаем. Поздно. Собирай вещи. К моему приходу будь готов. Дзин, ты со мной. Еще не с тобой, блин. Драться-то. Постараюсь не зря рисковать. А я постараюсь... в это поверить. Беги, муженек, беги. А жена будет драться. Суги! Ямако шлет тебе привет. Все ты ему прислушиваешь. Прислуживаешь. Как тебе наши новые союзники?
Скоро на этом острове не будет никого сильнее нас. Я думаю, что будут сильнее. Ты девушку давай не тронь. Она со мной. Ах ты, тварь. Ты задолбал. Я тебе сейчас кончу нахрен. Где он? Сдох? О, здорово, здорово, здорово. Упал. И умер. Давай, кончай с ним. Зин. Ой. Неплохо. Тетка, извини, чуть не убил тебя. Ну ты сама виновата тут. Я... Надо было быстрее его кончать. Зато этого я взорвал круто, да? Люди Яманако, осторожно, их корабль причалит всегда в одно время, в то же место. Вижу, вы знакомы. А вот еще, кстати, здесь и... Маяк. Было у него боцманом. И не давала капитану слишком уж разойтись поначалу. Потом встретила Санпэй и решила начать новую жизнь. Но вот Яномока так не уйдешь. Где встанет его корабль, я сберусь. Нет, или вместе, или никак. Ты, главное, сама об этом помни. Хорошо, сражаешься. Есть одна мысль, у нас должно получиться. Но сперва мне надо связаться со старым знакомым. На западе брошенная рыбацкая деревня. Жду тебя там. Удачи. И тебе. Отлично. Ты мой сладкий. Мутные воды. А, так я, ребят, прошел. Я думал, тут еще что-то будет. Уху-ху-ху, хорошо. Получен очко навыков. Там мне его куда-то девать-то нет особо. Так, я думал... ты что делаешь? Оберег ловких рук. Ладно. Полотно. Я-то думал, тут что-то мы будем это... А тут, оказывается, все сразу быстро кончилось. Да, тут где-то маяк, кстати говоря, вот он. Давайте зажгем его сразу же, что тут? Кота за яйца тянуть. Ага, кота за яйца тянуть, кота за яйца тянуть. Так, а еще же у меня какая-то штука есть. Так, я давно ее не кидал. Бомба с черным порохом. Давай-ка бомбу с черным порохом покидаем. Маяк, пристанище воров. Да нахер я тут это буду. А, здорово, корова. Ну, и? Погнали? Или чё? Чё ты? Ой, ты шустрый малый, но тебе это не поможет. Быстро я с ними, я даже понравилось мне. Так, чик-чирик, и все, и готовы, ребятки. Отлично вышло. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ага. Так, зажигаем. Бум, отлично. Хорошо получилось. Тыщ, а чё маяк не появился? А, вот появился, да, отлично. Так, ну зато теперь сюда можно будет переместиться, если что.
Ух ты, блин, а чуть-чуть уже осталось-то, в принципе, ребятки, оббежать-то. Самое интересное, да? Чуть-чуть и все. Так, смотрите, ходят слухи, что в храме облачного... Нет, 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 нет. Суги призналась, что была в шайке. Ага, вот, нам надо будет вот сюда потом сходить. Во как. Ну тут, да, быстрое перемещение есть. Ну что, ребятки, ну а может... Так, вот она, да. Снаряги какие-то. А, ну это у меня обереги эти новые. Так, где маяки? Маяки, все, с маяками все хана. Маяки я все зажег, 10 штучек. Все, все отлично. Осталось мне вот и святилище найти, синто. Горящие источники, да? Столпы чести. Немножко. Всем спасибо, мои дорогие, за ваши лайки, комментарии, подписки. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте свои лайки. Да пребудет над вами свет. До свидос.